Всем привет и особенный теплый привет моим русским друзьям, нахуй, которые здесь постоянно рассыпаются в угрозах, в комментариях и видеоответах. Я вам еще раз повторяю, долбоебы вы, блядь, из Омсков или еще откуда, путинцы юные, блядь, съебите в Россию и там проголосуете за Путина и отсосете у него хуй и пойдете на войну, если вам так надо. Мне не надо писать угрозы, что вы придете ко мне на день рождения, что вы сожгете машину. Это все вы напишите своим друзьям. Здесь это все не сработает в Германии. Вас никто не боится. Ни я, ни украинцы. Херсон уже все, блядь, пиздец. Уже ваш. Уже вся Украина ваша. Вы только радуетесь, что люди остались без света. Сидят сутками без света, без тепла. Вот так вы радуетесь, блядь. Вот ваше лицо, блядь, в ваших комментариях. Так же, как вы радуетесь, что у меня, если что-то не так, или у девушки нет зуба, который уже есть. Так я же вам говорил, зуб можно вставить, а мозги ебучие в ваши головы уже не вставишь, блядь. Поэтому оставьте свои угрозы, свои восклицания, свои видеоответы и комментарии для себя. Хорошо? Я доступно вам объяснил. Вас уже не переделать. Вы ебнутые на всю жизнь. С вашим Путиным, буквой Z и завоеваниями, блядь. Великая русская нация, блядь. Какая же вы великая, блядь. Если вы такие низкие, блядь. Что ниже уже некуда. Что весь мир от вас отвернулся. Ну, разве что там Белоруссия еще, да, осталась. Который сосет там у Путина. Батька. И что там еще? Иран, блядь. Это все, что с вами осталось. Все, весь цивилизованный мир послал вас нахуй. Так вы тут в Германии разоряетесь, блядь. Смелые такие в Германию. Так Германии вас тоже упакуют. Только пикните, блядь, что-то. Быстро поедете, блядь. И вы это знаете, блядь. Поэтому сидите тихо и не выебывайтесь. Я здесь не для вас выступаю или что-то обращаюсь. Украинцы, хорошие мои, любимые. Я вас очень люблю. Я за вас очень переживаю. Хотя и далеко нахожусь от Украины. Но я всегда душой с вами. И вы это знаете. Поэтому нас ничто не остановит, никто нас не сломит, и никто у нас не выиграет и не победит. Это не та нация, которую можно победить. Поэтому оставайтесь всегда такими приятными, веселыми. Спасибо вам за поддержку. А вы, блядь, путинцы, сосите свой хуй у себя дома по вашим норам. Понятно? И не вздумайте мне здесь хоть один комментарий написать. Не вздумайте, блядь. Любой комментарий будет удаляться. Мне ваши комментарии до жопы. Поэтому засуньте себе их в очко и сидите со своими комментариями у себя дома.